Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы, как обычно, играем в Майнкрафт с модом PixelMod. В прошлой серии мы... Что мы сделали? Мы сделали свои первые покеболы и словили нашего второго покемона, вот этого. И в этом эпизоде, я думаю, я себе уже сделаю плантацию вот этих штук, приконов, и сделаю себе плантацию пшеницы, так как еды у меня уже вообще нету. И если останется время, еще погуляем по лесу, поищем покемонов, еще прокачаем наших покемонов. И если повезет, найдем еще вот черные приконы, так как желтых у меня много, а черных вообще нет. Так, сейчас думаю, начинаю уже делать себе плантацию для приконов. Я тут немного уже себе расчистил. Сделаю себе такой квадратик. Вы не обижайтесь, я уже немножко погулял по миру. Уже прокачал, ну, чуть-чуть своего покемона. 5 уровней. И вот этому 3 уровня. Немного, ну, просто так. Ладно. Сейчас сделаем себе плантацию. Сколько здесь? 1, 2, 3, 4 на 5, да. И сейчас, думаю, еще один блок в высоту. На один блок больше. Вот так. И тут у нас будут черные. Но черных у меня нет. А тут у нас будут желтые. Желтых у меня много. Вот так. И сюда. Это, думаю, уже готово. Да, вот тут только черных нет. Сейчас, думаю, сделаю себе вот тут плантацию небольшую. Вот тут, для пшеницы. Начинаем. Начали уже. Да. Бы ширину сделать, длину. Думаю, вот так будет хватать. Как раз впритык. Да. Думаю, дерева мне не хватит, так что нужно будет идти еще нарубить немножко дерев. Ну, посмотрим. Ладно. Поднимемся. Думаю, уже в следующем эпизоде я быстренько сбегаю в ад и добуду себе немножко ресурсов, чтобы уже, ну, наконец-то сделать себе компьютер и хранить там покемонов. Ну, посмотрим. Сейчас землю вот сюда. Да, сейчас воду. Thank you.
Кстати, что я хотел сказать. Один комментарий был, не помню на каком видео, вроде на третьем или четвертом, чтобы как бы мои подписчики, которые сейчас у меня есть, может будут еще больше, чтобы давали мне как бы, как это называется, ачивки для прохождения, чтобы мне писали, например, что там сделать, иди туда, сделай то, возьми то, принеси то. И чтобы я это делал, ну, я что сказать, думаю, что это все-таки интересно, так как это немного разукрасит геймплей. И будет больше делать, чем можно заняться. Я думаю, все-таки стоит это сделать. Так что пишите мне в Skype. Мой Skype можно найти на моем канале в разделе «Информация» вроде. И сразу пишите туда. Я думаю, так будет лучше, чем писать в комментариях. Сразу пишите, что бы вы хотели, чтобы я сделал, куда пошел, что принес. И потом я буду решать, что и как лучше будет делать, да. Так что, если будет желание, пишите. Вот сюда. Сейчас семена пшеницы. И сажаем. Кстати, хотел у вас всех спросить, как вы думаете, стоит ли мне делать как бы вторую, не вторую серию, как это можно назвать? Ну, второй летсплей, второе прохождение сразу со вторым модом. То бишь, я буду проходить Майнкрафт с модом вот этим Pixelmon, и в это же время могу проходить Майнкрафт с другим каким-нибудь модом. Ну, если вам это нравится, и вы хотите, чтобы я вот так сделал, пишите, с какими модами вы бы хотели, чтобы я играл в будущем, в дальнейшем. И если будет много позитивных отзывов, вот на эту тему, ну, тогда буду и думать. Ладно, думаю, так, топор вот тут. Думаю, что дострою вот это здание для пшеницы, плантацию. И, ну, не знаю, что потом. Вот дерево, дерева у нас не хватает на потолок. Ну ладно, потом срублю еще несколько деревьев. Это не проблема. Так, ладно, еще сейчас сюда поставлю. Так, иди. Сюда поставлю ступеньки. Вот. И сейчас, ну сейчас даже не знаю, что сейчас могу. Еще пойду, может, выиграю пару боев. Так, что-то я уже заговариваться начал. Выиграю пару. Опять выиграю пару боев. Да, вот так. Фу, 3 раза. И не думаю, все. Так, что это валяется вот тут? Поднимем. Найдем, может, несколько покемонов, так как это и в данное время суток будет немножко сложно, так как ночью их почти нету. Спят. Да, вот этот покемон. На него как раз можно нападать. На первой стадии он вообще атак не имеет. И можно на него сразу нападать и просто убивать. И
выигрывать опыт. Так, с него выпал вот этот жемчуг Эдема. 5 штук. Да, много. Ладно. Еще, может, одного найдем. Если повезет. Какого-нибудь более-менее сильного. Ну, 10 уровень. Пусть будет, если бы ты еще... Да, словили. Сразу на этого переключаемся, на второго, чтобы опыт дал и первому покемону, и второму. Да, ночью вообще не вариант охотиться на покемонов, так как их вообще почти нет. Ну, 5 уровень. Ну, пусть будет. Убьем, не помешает. Так, ну что ж, думаю, на этом можно заканчивать. Серия не такая уж и долгая оказалась. Не знаю, может где-то 15 минут. Ну ладно, следующую серию постараюсь сделать немного... Ну, хотя не знаю, я в следующей серии думаю пойти в ад. Это не очень-таки интересно. Ну, посмотрим, что с этого получится. Ну ладно, ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. С вами был Эдисон и Шармиллион. И дохлая рыбка. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.